Значит, друзья, смотрите, вот так вот выглядит диплом в жестком переплете с голограммой, с гербом России. Внутрь вкладывается сертификат, ну, в данном случае по той же специализации, специалист мануальных практик. Может быть, много сертификатов по всем нашим курсам. Все сюда вкладывается в файле. И чтобы сберечь при почтовой пересылке, делается вот такая картонная упаковка. Вот плотная упаковка, защищающая края посылки. И все упаковывается вот в такой вот пакетик с марочками. Ну, соответственно, закрывается. И будет вам дан такой вот трек номер. Он же на чеке есть. Вот выделен, по которому можно отслеживать на сайте Почта России. Вот все, мы всем отправляем по Почте России. С вами был Олег Алабудин. До новых встреч, друзья. Пишите, все отправлю, все пришлю. Пока-пока. Готово, да? Благодарю вас. И, пожалуйста, помните, дорогие мои, что размещение сертификатов, дипломов в своем кабинете, такой своеобразной выставки достижений, формирует первое положительное впечатление о вас как о специалисте. Диплом на стене кабинета повышает доверие пациента к вам, увеличивает его лояльность. Это подтверждение квалификации мастера. Сертификаты доказывают вашу экспертность в профессии. И при желании каждый может посмотреть и косвенно оценить ваши знания и умения. Ведь не будешь же каждому рассказывать, где что заканчивал, где учился. Согласитесь, это гораздо удобнее. Так что повышайте свою квалификацию в нашей Академии телесно-ориентированных практик «Альфа-Топ». И повышайте уровень своего дохода. Ведь повышение квалификации и ценник на ваши услуги тоже растет. А я вам в этом помогу. Ваш тренер Олег Алабудин. Для срочной записи звоните по телефону Россия, Москва, плюс 7 919 39 28 37. По-моему, телефон запоминается легко. И вы уже в новом качестве вернетесь к своим довольным, благодарным клиентам. Ура, товарищи! До новых встреч! Пока-пока!